Всем привет, ребята. Вот вчера парни подснимали. Вот. Вот такой вот корень. Это вот, кстати, корни. Я вытягивал. Вот корень. Это вот дерево. Вот такие вот я вчера корни вытягивал. Вон корень лежит. И сам ствол. Ну, это, грубо говоря, два дерева. Вот это и вот это. И вот этого дерева. Вот такие вот корни лежат. Их пришлось отрезать, вытягивать отдельно, потому что я бы никогда в жизни их не вырвал. Но дело не в этом. Дело в том, что опять мне случилась беда. Конечно, не ожидал. Я просто вот этот последний большой корень не мог я выдернуть, потому что вниз шли корни. И я подъехал сзади навеской, подделал навеской, приподнял навеску и толкал его взад, чтобы сорвать. Вот. И в этот момент у меня зарылись колеса передние. И, соответственно, нагрузка шла очень большая, потому что я буксовал взад. Вот. Буксовал и слышу щелчок. Вот, щелчок. Но если в прошлый раз порвалось, был хруст, а здесь просто щелчок и тишина. Вот. И я думаю, посотру полуоси. Крутится, не крутится. Откручу клапачок и вот так вот стоит шестеренка. Я достаю. И что я вижу? А, вымазал смазку. Короче, здесь ровненько срезала ее, как будто она отрезана болгаркой. Короче, срез идеально ровный. Вот. И что вам скажу? Эти полуоси, кто помнит, правая 100% было заменено на нового образца полуоси, которые идут с крестовиной. Вот это нового образца полуось, и она шла с крестовиной. И вот она здесь, ее обрезала. Сейчас я разберу, достану саму полуось, посмотрю. У меня есть полуоси те, которые родные с этого моста, советские. Вот. В прошлый раз, когда порвал редуктор, стояли советские эти полуоси. Я решил поставить нового образца с крестовинами. И вот в итоге что вышло. Но я, если честно, рад, что сломала полуось, потому что у меня их два комплекта еще. То есть полуось поменять проще, чем редуктор. Вот, но вот такая вот беда. Если честно, там такого криминала нет. Были похуже, грубо говоря, в эксплуатации. Но если в прошлый раз у меня был полный кун набран, и я пытался еще при этом корни выдрать и сломал. То есть здесь я на пустом сломал. Если честно, значит, усилие идет на передний мост такое, что ломает полуось. Вот. Но вчера была жесть, тут понаревал я ям. А вот. Если честно, была задача вырывать корни. Там уж особо уже не думал про полуось и про что-то, что может сломать. Но вот такие вот траншеи остались после этих корней. Вот. Ну, это участок. Сейчас я поменяю полуось и буду это все снимать. Это вот залил столбы. Перед гаражом буду делать навес, чтобы можно было машин на улице ставить. Вот. И это снимаю. Здесь будет завозиться песок и ложится плитка. Вот, как-то так. Все, в принципе, заканчиваю. Ну, вставлю эти отрывки, которые парни там снимали. Самое интересное, как всегда, не попало в кадр, потому что не до телефона было. Но как этот корень я драл, это, конечно, было интересно посмотреть. Все, как-то так. Всем удачи, пока. Не возьмет так, но...
Пиздец. Не, надо землю убирать. Надо копать, дорубить дальше. Я тебе не хочу.